Продолжаю стать. Thank you.
Дальше у нас держит ответ Кристина. Вперед, музыку, пожалуйста, поддержите участие. Yeah.
Thank you.
проходит у нас дальше Татьяна. Большое спасибо тебе. Следующая двойка. Башкевич, Диана и Галка Татьяна. Итак, где моя помощница? Ты что, спишь? Нам нужно быстрее. Не спи. Итак, начинает у нас Диана. Итак, музыку, первая композиция. Thank you.
Ситуация такая, что там интереснее, чем здесь. Так что я попрошу устроить здесь то же самое, что было там. Хорошо? Давай, поехали!
Три! И проходит у нас дальше Полина. Танцевали так, с друг другом заигрывались, но они не знали, что они будут сейчас вместе. Ким Ангелина и Ашакян Татьяна. Останется только одна. Ждите, девочки! Итак, начинает у нас Ангелина. Yeah.
Поехали. На счет. Раз. Два. Два с половиной. Два с четвертью. Три! Итак, и проходит у нас дальше Ким Ангелина. Следующая двойка. Емит Диана Белашова Кристина. Итак, быстрее. Кто у нас будет начинать? Итак, начинает у нас Кристина. Поехали! Thank you.
Спасибо. Ну что, поехали. Последняя двойка. Раз, два, три. Единогласно. И дальше у нас проходит Башкевич Диана. Итак, у нас есть четыре полуфиналиста. У судей есть 3 минуты перерыв. Сейчас начнется все самое интересное. Кто помнит, что в прошлом году было на батлах в полуфинале? Ты помнишь, молодец. Одна единственная, мне кажется, кто помнит. Итак, у нас 4 полуфиналиста. Галка Полина, Нинок Диана, Ким Ангелина и Пашкевич Диана. Улыбочка. Девчонки, выходите, конечно, вчетвером. Все еще удовольствие, да? Итак. Я смотрю, вы уже разделились. Ребята, ставим классы. Долго смотрите, а классы не ставите. Нет, нельзя так. Нет, потому что я так захотела. Рандомно. Ну, рандомно все. Это хорошо. Вот, давайте, 4 класса с вас. 4 смотрят, 4 класса, 2 уже есть. Ну ладно, сейчас я сделаю бумажки, так уж и будет. По старинке. Прямо ты зайка. Ой, слушай, ну копия папа. Вообще, ты тут даже не это, знаешь, не придерешься, что подпишешь. Ничего, перерывай. По чуть-чуть, понимаешь, хоть что-нибудь. Так, еще 1 класс остался. С кого? Дана, ну ты, наверное, поставила. А я не сомневаюсь. Так, что у нас сейчас будет? Вы помните, что в прошлом году нашим полуфиналистам помогали судьи. Мы не изменяем традиции, потому что в прошлом году это было что-то нереальное. Кто помнит, что творил у нас Зарка? Ну, я говорю, в прошлом фестивале. А те, кто входил, же, могут еще поделиться с остальными, пусть смотрят. Зарка, ну иди ко мне сюда, потому что ты будешь вновь помогать. Я знаю, кого сюда еще позвать, чтобы это просто было, ну просто улет. Вот он прячется в шапочке. Так, иди сюда. Иди сюда. Я выбираю сюда. Это будет нереально круто. Идите ко мне. Подойдите ко мне. Вы сейчас выберете себе команду. Мы уже приготовимся, смотрите. Один белый кроссовок, другой черный кроссовок. Нормально. Они уже начали. Тяни бумажку. Ладно, тяни бумажку. Итак, ты со второй команды. А ты с первой. Сейчас расскажу. Первая команда у нас Немых, Диана и Башкевич. Диана. Да, да, они оба. Итак, у нас есть 2 команды. Сейчас.
Вы думаете, что будет все просто так, то есть вы танцуете, так и все, нет? Нет, конечно. Да, помашку засунем. Что вы там уже договариваетесь? Не договаривайтесь, подождите. Ладно, загадывайте. Сейчас я каждому из вас выдам предметы, с которыми вы будете танцевать. Итак, получается, первая пара у нас будет Немых Диана и Заркан, Вашкевич, Галка Полина с Люксором. Сначала мы вдвоем, потом вы вдвоем. Пойдемте со мной, а вы пока подождите. Зрители, вы готовы? Пойдемте, я вам расскажу. Борьба с готовностью. Все повыше. Мы сейчас выбираем, кто будет первым выступать. Давайте, выходите, вы двое. Моя прекрасная помощница. Итак, вы начинаете первые. А вы готовитесь. Лена, под разную музыку каждую пару будем выпускать или под одинаковую? Пропадаю. Да, только хотел сказать. Пока у нас ребята готовятся, я попрошу встречать их громкими аплодисментами. Первая пара у нас Люксор и Галка Полина. Вы готовы? Ну да. Выходите, наши звезды, вы тоже выходите. Итак, сначала у нас начинают. По времени у вас минута. Минута и два трека. Сначала начинаете вы, подхватывают вас ребята. Ну, так же интереснее. Он спрятан, да. Все будет дальше. Итак, музыку, пожалуйста. Встречайте! Yeah.
Но это же должен был быть дуэт. Это был дуэт. Какой-то у вас разный дуэт. Пожалуйста, подготовьте композицию для дуэта. Итак, поехали дальше. Я вас очень прошу. Итак, будем выбирать между этой парой или подождем? Будем выбирать первая пара и вторая. Ну, между ними нельзя выбирать. Мы же тебя специально посадили, чтобы ты так не делал. Ну, зачем?
И, пойдем, мальчики, ну вы себе уже выбрали, точнее, мы вам выбрали. Итак, вторые у нас Ким Ангелина и Вашкевич Диана. Идите ко мне. Вы не меняете. Вы будете... Ребята, ставим классы. Классы, классы, классы. Давайте сделаем так. И делимся с остальными. Будет продолжение, финал будет еще интересно. Так. Нет, вы меняетесь не людьми, вы Итак, еще раз. Где моя помощница? Давай, сюда. Саркан, иди сюда. Вот, мы же должны выбрать. Дальше кто? Начинаем. Итак, где ты? Поехали. Я же говорю. Снова начинаете вы, ребят. Итак. Первая композиция. Вы готовы? Зрители, вы готовы? Еще громче. Поехали! Я понял, что с ума сойду.
нам будет хорошо с тобой, ой, моя голова. Я выбираю, как я легко, и проводил, и всегда на последке, как кирские чувства человека, что я так близко, как
Можно мы дисквалифицировать тебе пару, пожалуйста? Я просила! Я просила! 16. Окей. Ну, ребят, вы даете. Поехали. Раз, два, три. Пожалуйста, все свои атрибуты, воду, орешки. Что тут еще есть? Заберите с собой, пожалуйста. Как они будут судить дальше? Вот я просто не понимаю. Итак, я попрошу, давайте проводим громкими аплодисментами нашу. Без них, я думаю, такого бы хорошо не было. И слава Богу. Все, уходите. Далось вас. Возвращаемся в реальность, как сказала Леночка. Финалисты, я попрошу вас выйти на площадку. Итак, начинает у нас. Он не может уйти с этого. Я попросила убрать все за собой. Итак, начинает у нас Нима Диана. У нас есть классные треки. Финал. Отлично. Начинает у нас Диана. И первая композиция.
Спасибо. Вы готовы принять решение? Наши судьи... Вот нечего золотое ревать. Итак, наши судьи готовы вынести свое решение. Кто же у нас победил в батлах? По-моему, ты у нас уже выигрывала, да? Нет. Дайте мне хоть раз выиграть. Нет. Было такое. Я помню, что было такое. Так они уже приняли решение. Думаешь, они поменяют? Не думаю. Поехали. Один. Два. И победительницей в батлах Искандерани фестиваль в Ростове-на-Дону становится ты! И становится Ким Ангелина. Она будет у нас выступать на гала-концерте. Дважды. Подсказывает, дважды. Большое всем спасибо. Завкан, девушка, убирай со стола. И вот, вот убирайте все здесь. Итак, мы готовимся ко второму отделению. Итак, прямо сейчас, буквально через... Будет награждение ОРТО. Награждать у нас будет наша главная судья Валюнина Лариса Волгодонск. Громкими аплодисментами, пожалуйста. Награждение у нас готово. Я попрошу наших всех участников, кто у нас выступал, оставаться здесь в зале. Я думаю, выстраиваться не нужно. Ребята, надеюсь, всем понравилось. Подписываемся на канал, делимся с друзьями. Награждение будем снимать на другом канале. Всем пока.